собственно говоря, колонки приехали домой. Почитав в интернете, я понял, что это не самые лучшие советские колонки. Вот. Несмотря на то, что это какой-то экспортный вариант, информации в интернете по этой Тента я не нашел. Какие-то бинокли выскакивают. Вот. 10AS-401. 401 означает 4 класс акустики. То есть это не самая хорошая акустика, которая была в СССР. Ну, собственно, все по-английски. То есть видно, что сделано на экспорт. Возможно, сделано лучше, чем то, что продавалось у нас в СССР. Вот, сейчас я их, конечно, немножко почищу и проверю на звучание. На рынке я их проверил. Вроде как все работает. Высокие частоты есть, то есть динамики не сгоревшие, не хрипят. Вот. Сейчас попробую очистить и проверить. Видно, что они царапанные. Все просто убитые. Вот. Какие-то есть сколы. Вот. Ну, собственно, это не так страшно. Все равно брал под восстановление, под реставрацию. Интересно заняться такими вот вещами иногда. Ну, судя по всему, там еще и тараканы жили когда-то. Так что работа предстоит не то чтобы тяжелая, но еще и такая мерзкая, скажем так. Пломба, кстати, заводская, судя по всему, здесь была когда-то. Сейчас узнаем, что с ним делали. Соответственно, подключил я их через вот такой китайский усилитель D-класса. Называется Fosse Audio. На самом деле делает их компания... Не скажу, как точно, где-то тут было название. В общем, непроизносимое китайское что-то. Продается под разными брендами. Fosse Audio самый дорогой бренд. Вроде как самый лучший. В общем, взял его. Работает. 2 по 50 Вт, это на максимальная его мощность. При, соответственно, наверное, 24 вольта. И там 4 амперах или 5-6 амперах. То есть он что-то такое даст. Ну, вот, ну, работает. Bluetooth не фонит. Ну, кто-то говорит, что слабые колонки, не орут, дай бог, но качество, конечно, не могу сказать, что хорошее. В общем, писали на каком-то форуме, на FOPDA, по-моему, что-то, что басов мало. Ну, кому сколько надо, я не знаю. По-моему, да, вполне достаточно для маленькой комнаты. Если использовать их как компьютерную акустику, то, в общем-то, ну, лучше, чем всякие микролабы и свены. Это же по-любому. Ну, собственно... Начинаю процесс разборки. Посмотрим, что у этой штуки внутри. Как бы не тараканы, судя по этому всему, явно они тут чем-то питались. Ладно, поехали. Потихонечку помолясь. О, а тут стоит пломба, походу нетронутая. Хотя сложно сказать, но, в общем, похоже, что заводская. То есть не скрывалась колонка. Все должно быть на месте. Так, скрываем пломбу. Ну, собственно, ломать не строить. Открываем. Дивимся, что внутри. А что у нас внутри? Внутри у нас какие-то тараканы. О, есть, контакт есть. Ё-моё. Это что такое? Так, ну чё, вот открыли. Открыли. Это хорошо. Это хороший знак, что оно открылось. Там что-то вообще... Что-то там присохло и мешает. О, дали. Опа. Всё, это... Что-то... Личинка таракана, судя по всему.
Тараканов не видно, но личинка имеется. Большая такая личинка. Так, ну все, собственно. Вскрытие произведено. Смотрим. Ну что, все неплохо. Там даже какие-то надписи. Послания из прошлого. Динамик. Вот он. Хороший ГОСТовский. 78-й год. Пищалочка такая. Конечно, все это закреплено чисто мега-совкатически. Становится на отшибись. Ну, тут вот это, конечно, самое бесячее. Это вот это что может быть? Ну, видно, что под пломбами. То есть в советское время как делали? Красочку наносили. Если красочку не сорвало, значит, никто ничего не вскрывал, ничего никто не менял. Проводочки, конечно, тут хлебые. Все надо менять. Все, надо разбирать дальше. Ну, собственно говоря, динамики я открутил. Вот. Отпаивать я их не буду, просто обрежу, потому что все равно провода придется все менять. Смысл отпаивать там где-то внутри неудобно. Вот. Все. Собственно, вот что мы видим. Вот поролончик прилип. Такой вот динамик. Маркировочку можете видеть сами. Откладываем. И, собственно, достаем низко-средний частотный динамик. Вот он. Вообще, ну, состояние прекрасное, на мой взгляд. Подвес прям отличный. Ничего, никакой гнили, ничего нету. Прям вот как прям прекрасно сохранился. Вот. Такой вот отличный динамик. Значит, маркировочка на нем. Ну, наверное, собственно, как у всех динамиков, у всех колонок. Вот она, маркировка. 10 ГД. Не могу понять, 30 Б, что какой-то. 84-й год. 8 Ом. Не знаю, почему говорят, что мало басов. Хрена себе, мало басов. Еще одно заметил, что многие в обзорах почему-то говорят, что набивать колонку ничем не надо, но как видно, что колонка была с завода уже набита. Правда, ватой какой-то. Вот. Ну, собственно говоря, в советское время, наверное, вата марля была лучше, чем синтепон. Синтепона, наверное, не было, поэтому что было, тем и набивали. Дальше сниму фильтр и буду разбирать корпус. Так, ну что, динамики я снял, фильтр снял. Вот он. Все. Навесной монтаж, как говорится. Вот, значит, это все, конечно же, у нас уже затрухлявилось. И, собственно, это даже... Как она вообще могла что-то держать? Вот, внутри, собственно... Даже чем-то промазано. Здесь многие говорят, что нужно все вот эти вот щели промазывать пластилином. Вот, ну я соглашусь, потому что вот, например, вот как бы непонятно. Вот крышка, то есть она вот тут промазана, а тут она дырявая вся. Но учитывая, что она снимается, то вообще зачем ее промазывать, ну, не знаю. Так, ну все, буду разбирать дальше. Нужно будет открутить раз... Два, ну и, соответственно, тут 3-4 болта. Эти гайки, не знаю, как правильно сказать, гайки скрутить. И можно снимать крышку. Так, ну все болты я освободил, все гайки открутил. Попробовал я надавить на крышку. Она как-то не очень хорошо поддается, поэтому, ну, собственно говоря... Молоточка. О, пошла. Все. Крышка, потому что съела на герметике на старом, поэтому, соответственно, она очень плохо снималась. Ну все, сейчас я ее побил немножко. И можно ее, наверное, уже вытаскивать. Конечно. Гриль в ужасном состоянии,
грязный. На этой колонке он хотя бы еще не рваный. На другой он рваный. Ну вот, ну вот. Можете видеть, как делались колонки в советское время. То есть герметик непонятно что. Динамики тоже, соответственно. Просто бумага, бумажный уплотнитель, никакой резины, никакого герметика, ничего, никаких уплотнителей нету. То есть воздух гуляет куда хочет. Смысл тогда надо было, тогда смысл какой вот это все делать, если воздух все равно ходит через щели. А низкочастотник вообще был через вот такие вот странные прокладки проложен. Вот, то есть он вообще получается, что неплотно прилегал. Вот. Ну, все это я буду исправлять. Буду смотреть, как что можно сделать. Начну с одной колонки, ну, потом, соответственно, со второй. Поролон от старости, уже от времени, рассохся местами, а местами стал наоборот, как пластилин какой-то, как герметик. Вот, сложно его достаточно отодрать будет, наверное. Но я постараюсь. Механический растворитель, может быть, попробую. Где-то он очень хорошо отходит. Он прям замечательно, а где-то ну никак не хочет. Все делаю это я у себя на кухне. На балконе маленькая мастерская, и, соответственно, пылить тут, сорить я особо не хочу. Можно, конечно, использовать было бы какие-то, не знаю, вот такие вот насадки на шуруповерт, ну вот, либо на дремель. Вот, то есть можно, в принципе, чем-то вот таким вот, но не хотелось бы здесь пылить. Вот. Можно, конечно, выйти в подъезд. Но сегодня воскресенье, и шуметь особенно я не хочу в подъезде. Идея такая: отшлифовать, загрунтовать, даже поклевать, загрунтовать. Вот. Дома это делать практически нереально, даже при использовании пылесоса, потому что пыль летит во все стороны. Вот. Тут, как говорится, учитывая, что инструмент аккумуляторный, вот, можно попробовать выйти на улицу. Вот, либо в подъезд. Собственно говоря, что я и делаю обычно. В подъезде какие-то такие вещи делаю. И в подъезде попробовать уже все это дело отшлифовать. Не знаю, правда, насколько это хорошо получится, потому что шлифовать придется много. Лак в советское время не жалели. Потому что толщина тут, конечно, ой-ой-ой какая. Вот. В общем, буду пробовать. Что получится, то получится. В общем, все это ужасно, потому что вот этот болт, эта гайка, она, короче, все прокручивается. Тут вообще, не знаю, видно, не видно, но вкрутили так, что ничем не подлезть, и, соответственно, тоже все прокручивается. Поэтому я решил, что все, хватит с меня этого. Ну и, соответственно, как видно, порвал. Чёртовой матери. Все. Ну вот, и, соответственно, вот они. Эти недоболты, недовинты. И буду их как-то высверливать, выкручивать. Что-то буду с ними делать, потому что иначе просто крышку эту не снять. То есть она вот она снимается. Как-то там чуть-чуть открутилась. Вот, но дальше, соответственно, уже просто не идет. Ну,
Ну вот, собственно, при помощи молотка и какой-то матери удалось выбить эти болты, шурупы, как их назвать, не знаю, что это такое вообще. Вот, в общем, выбил. Ну и, соответственно, сейчас буду их удергивать и шлифовать. Эти две немножко предварительно шлифанул. Вот, ну что, они почище стали. Потому что я планирую сверху нашить на них еще МДФ, усилить стенки. Вот, все это будет гораздо толще и, соответственно, наверное, лучше. Вот. Потому что все кривое, косое и некрасивое. Местами кое-что подрассохлось. Вот. Пришлось вот здесь вот клеем промазать, струбцинами затянуть. Не знаю, вот что делать с этим. Вот тут тоже какие-то когда болты забивали сюда. У нас же в Советском Союзе не закручивают все, а забивают. Ну вот, чтобы побыстрее было. Ну и, соответственно, все разорвали. Тут то же самое. Это мелочь какая-то, в общем-то, я не думаю, что это сильно критично. Вот, можно просто оторвать. Вот. Так, в общем. Единственное, что почему-то вот эти панели разной величины. Вот, не знаю, наверное, дошлифовывать попробовать. Тут такое количество клея или герметика, не знаю, что это такое даже. Вот, что... Даже машинка не берет. Вот. Ну, буду пробовать, буду пытаться. Значит, клей буду использовать вот такой вот. Вот. В чем особенность? При застывании, вот тут видно, как монтажная пена набухает и заполняет все щели, все дырки. Вот. То есть потом отодрать все это невозможно. То есть это как, ну, как сварка. Вот. То, о чем я говорил, клей начинает заполнять пустоты. Вот. Ну, потихонечку влезает, то есть где-то его больше, где-то его меньше. То есть вот видно, что вот он там внутри. Вот он клей. Вот. Вот он пошел с той стороны. То есть, в принципе, даже ничего герметизировать не нужно, потому что он сам. Залил клей, деревянные такие вбил колышки, вот. Клей с другой стороны там даже просачивается, и потом надо будет все это, конечно, обрезать, отшлифовывать, но пока вот мне нравится, то есть как бы получается достаточно все прочно. Вот, значит, что я хочу сказать. Мне не нравится то, что здесь вот такой вот получается, как выпирает, что ли, какой-то, не знаю, как это назвать правильно. В общем, не вровень. Вообще, вровень должно выпирать. Поэтому возьму вот такой лист МДФ четверки. Вот. Взял лист кусочек небольшой, приложил. Если склеить две эти части, то есть родную крышку заднюю, МДФ, то получается как раз вот так вот вровень. Тут все будет вровень. Сейчас скажу, пожалуйста.
В общем, по аналогии вот с этой вот кромкой, которую я сделал, вот этой вот фрезой, то же самое по крышке. То есть, чтобы все было вровень. Вот, все буду делать то же самое абсолютно. Ну вот и все. Почти вровень. Где-то надо будет загрунтовать. Вот. Старое вот это срезать. Загрунтовать. Зашкурить. То же самое сделал с лицевой панелью. Тоже здесь вот эти отошел ламинат, вот. Где-то криво, где-то косо, но сюда все равно будет делаться накладка. Еще вот здесь мне не нравится, видимо, тут по шаблону, когда вырезали, или шаблон такой, или с похмелья человек был. В общем, все здесь вот такой вот какой-то шагренью какой-то, волнами. Тоже надо будет все вышкуривать. Надеюсь, сегодня закончу хотя бы вот это все с двумя колонками. Ну а завтра, соответственно, буду обклеивать все это шпоном. Немного зашкурил. Вот, надо будет еще зашкурить. И подумать, каким клеем это все приклеивать. Потому что обычный клей для дерева сюда, соответственно, не подойдет. Потому что это лак. А что на лак? Что? Клей-момент, если только какой-то. Или еще что-то похожее. То есть такого плана клей. Такой жидкий. Резиновообразный. Резиновой текстуры. Ну вот. Уже больше похоже на